Непрохані гості завітали до Наталії Долової минулої осені. Троє контролерів попросили перевірити лічильник. Жінка пустила спеціалістів до приладу, а ті знайшли порушення. Ми посмотримо счетчик. Ну, я же безо всякого знаю, что у меня там все в порядке. Я их завела. Он закрыт пластмассовой коробкой, счетчик. Я говорю, только я не знаю, как коробка снимается. Мы все сами знаем. Они, значит, снимают эту коробку и спрашивают, кто вам автоматы ставил. Я говорю, как кто? Электрик ставил. Сняли вот эту коробку и сразу они мне говорят, принесите какой-нибудь электроприбор, мы проверим. Ну, я безо всякого побежала в хату. Они, видно, там, пока я ходила, они, видно, как-то подсоединили проводки. И говорит, не надо, вот смотрите, включает болгарку, она работает. Вот вы воруете с счетчика электроэнергию. Я говорю, как это я могу воровать? И зачем? Я живу одна, мне это не нужно. Підозрюючи неладне, господиня покликала на підмогу зятя електрика, який живе неподалік. Саме він і займався вдосконаленням лічильника. Зі слів жінки, контролери, м'яко кажучи, не зраділи появі родича. Склали акт порушень. Коли ж Наталія не погодилася підписувати документ, відімкнули світло. Когда Руслан пришел, значит, он же развернул, посмотрел, говорит, да он же сгоревший, как он через него может работать болгарка? Вы при мне включите. Они не хотели. А потом, когда они, он же заставил, настоял, они включили. Раз включает, она не работает. Говорит, ну хорошо, мы хотели, говорит, наказать ее по минимуму, а теперь раскрутим по полной. А я спрашиваю, а... Говорю, сколько штраф по полной, если до 60 тысяч. Вырывает провода, срезает счетчик, срезает пломбу, срезает вот этот автомат УЗО, ложит в сумку все и говорит, ну теперь полгода побегаете за нами и потом узнаете, говорит, как умничать здесь. Під загрозою на кілька місяців залишитися без світла Наталія таки підписала акт. В той самий день жінку запросили до району електромереж на засідання комісії. Розворачує монітор, і на моніторі фотографія. Это потом я уже поняла, что я когда отсутствовала, они фотографировали. Вытащили с этого, с розетки вот эту переноску, воткнули в этот автомат УЗО и вот это сняли. И он разворачивает, говорит, вот видите, вы воруете электроэнергию. В Лео ж кажуть, те, що жінка називає пристроєм захисного відключення, ніщо інше, як лівий ввід. За таке порушення споживач повинен сплатити штраф. Ну, по результатам обследования было обнаружено нарушение правил пользования электрической энергии. Потребителем был смонтирован дублирующий ввод открытой проводкой, помимо учета, что данное нарушение позволяло безучетно пользоваться электрической энергией, в результате чего был составлен акт о нарушении правил пользования. Экземпляр оставлен потребителю. Потребитель в этом акте написал свои замечания, расписался, и в тот же день она присутствовала на комиссии досудебного разбирательства Краснолуцкого РЭС. Однак Наталія Долова не визнає провини, тож звернулася за допомогою правоохоронних органів. У прокуратурі відкрили провадження. Подробиці справи не розголошують до завершення досудового слідства. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження. Було зареєстровано у єдиному реєстрі досудових розслідувань, в якому Долову Наталію Володимирівну було визнано потерпілому у скоєному кримінальному правопорушенні. Станом на теперішній час проводяться усі можливі та необхідні слідчі дії з метою встановлення об'єктивної істини та винних осіб. В міліції ж кажуть, подібні випадки – не рідкість. В середньому фіксують близько 4 заяв на місяць. Часто люди звинувачують контролерів у махінаціях. Однак зі скаргами звертаються і працівники Лео. Це громадянські спори, і вони повинні вирішатися в суді. От, в случае, конечно, когда Лео превышает свои полномочия, вот, когда совершает противоправные действия, повреждает имущество, вот, и другие есть факты, тогда граждане к нам обращаются, мы на них реагируем, на эти факты, выезжаем, составляем осмотр места происшествия и рассматриваем эти заявления, проводим проверки. Часто граждане обращаются на действия Лео и поясняют о том, что мы отлучились,
сотрудники ЛЭО в это время провели какие-то там свои махинации и тем самым сфотографировали, зафиксировали факт хищения электроэнергии. Вот. Поэтому я считаю, для того, чтобы не было таких фактов, я не буду обвинять ЛЭО сейчас ни в каких махинациях, было это, не было, я не могу сказать. Но сам факт, если гражданин не уверен в своих действиях, если это особенно одинокие люди, которые проживают самостоятельно, прежде чем пропустить сотрудников ЛЭО для проверки, пусть берут соседей, вот, которые рядом с ними проживают, посторонних граждан, вот, свидетелями, и заходят вместе с сотрудниками ЛЭО на проверку, если они уверены в том, что хищения никаких не проводятся. Но в то же время хочу и высказаться в пользу сотрудников ЛЭО, потому что зачастую граждане и к сотрудникам ЛЭО относятся пренебрежительно, агрессивно настроены в отношении них, даже когда происходит обычная проверка. За інформацією Краснолуцького району електромереж, за місяць контролери фіксують в середньому близько сотні порушень користування електроенергією. Наднормативні втрати компанії складають 3,5 мільйони кВт-годин. Катерина Севастьянова, Ігор Мухін, Ігор Вершинін та Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».